Американець-республіканець Лісі Грем відвідав Київ. Він дав брифінг, прес-конференцію після зустрічі з нашим керівництвом. Ключові тези, що сказав Грем. Він сказав наступне, що потрібно мобілізовувати активніше в Україні населення, потрібно тиснути на мобілізацію. Також він сказав, що, можливо, даватимуть в позику військову допомогу Сполучені Штати Америки. Що цікаво, він пообіцяв, що надасть США в 2024 році Атакамс, і ви зможете бити по мосту. Він так і сказав. Але що цікаво, Лінсей Грем перед тим, як їхати в Україну, проговорив з радником президента Джо Байдена Салівана. Ми знаємо, що Саліван не є з тих перших людей, які просто безапеляційно підтримує Україну. Ну да, он проговорил и спросил, что для вас сделать. И он ему сказал, надавите на закон о мобилизации. То есть еще бы Бернса спросил, а что сделать. А кто бы вообще сказал, заставьте Зеленского сдаться. Ну вот примерно так. На что у кого спросить, в конце концов. Закон о мобилизации. Ну я понимаю, дело в том, что сенаторы, конечно, они не ныряют полностью в нашу проблематику реальную, и потому однозначно этот сенатор, он за Украину, он, конечно, против России, он видит разгром российской армии, ищет эти механизмы, но определенной тонкости не понимая, иногда просто вступает на такой тонкий лед. А мы ему поможем однозначно, это наши друзья, именно вот эта группа сенаторов, которая представляет Грем, это наши друзья, наши союзники, даже можно сказать, уже внутри политикума в Америке. Потому по мобилизации просто слово неправильное все это применяют. Мобилизация. Мобилизация в чистом виде – это постановка в строй личного состава в определенное время. То есть вот те мобилизационные мероприятия, которые сейчас происходят, она неграмотная, неграмотный подход. Надо, во-первых, не мобилизовать, а привлекать в профессиональную армию. Миллиарды раз это уже говорю. Просто у любого командира, который хотя бы лет 10 воюет, вот с 14 года, спросите, кто ему нужен. С улицы тракторист, допустим, либо профессиональный воин. Вы же представляете, какой будет ответ? То есть даже нет смысла об этом говорить. Потому нужна профессиональная армия. Пока мы не подойдем к решению именно этого вопроса, не мобилизация, не нужна мобилизация. Профессиональная армия тогда, когда военные воины по жизни, по менталитету, по генетике воины, они будут ходить как на работу на уничтожение российских оккупантов. Вот тогда у нас будет стабилизация некоторых моментов и, естественно, возврат наших территорий, то есть разгром российской армии. Это будет оптимальный вариант. Кстати, это также будет положительно и для той же Америки, то есть для американцев и нам, и наших союзников, которые нам помогают. Уменьшится расход боеприпасов, уменьшится расход техники, финансов и так далее и тому подобное. Дело в том, что профессиональная армия, она относится к выполнению боевых задач уже с полным профессиональным комплексом тех мероприятий, которые могут проводить только профессионалы, то есть те, которые как профессию видят и вообще всю свою жизнь видят служению народу, ну, естественно, выполняя боевые задачи в самих вооруженных силах, а не в рейдовом режиме или там пришел, ушел, отработал и убежал, называется. Такого нам точно не нужно. Толку от этого не будет никакого. Перемолотим в личный состав, убьем сотни тысяч человек, а смысла от этого не будет абсолютно никакого. Потеряем жизни наших людей, а нам каждая жизнь дорога. Поэтому приезд, конечно, приезд Грэма, этого сенатора, для нас очень положительный момент. Его месседжи, его видение развития ситуации, включая те же Атакамсы и тот же Керченский мост, это как раз созвучно с нашим видением ситуации. Большое ему спасибо за поддержку Украины в Сенате и в политикуме Америки. Пане Романе, також республіканець Лінсі Грем сказав наступне, що вже найближчим часом в цьому році однозначно буде задіяна авіація F-16, які зможуть працювати по ворогу. Що цікаво, що якраз от в ці дні президент Румунії, звати його Клаус Йоганіс, дав згоду на перевезення території Румунії
деякої зброї для України. І також додатково тепер в Румунії будуть навчатися наші пілоти на F-16. Тобто F-16 вже будуть на кордоні з Україною безпосередньо. І що важливо також, в Румунії НАТО будує найбільшу базу в Європі. Тобто ми всі знаємо про базу Рамштайн в Німеччині, а тепер буде база в Європі, де може жити до 10 тисяч військових з сім'ями. Тобто це і це все на кордоні з Україною. Авіаційна база построєна, там вже обучаються румунські льотчики на F-16. І зараз прийнято рішення 50 пілотів українських, 50 льотчиків на цій базі обучати. Это бригада, то есть это примерно, ну, допустим, если на один самолет надо два летчика, ну, так сложилось, самолет может летать две смены, летчик не может, то есть в течение суток, допустим, самолет может выполнять боевые задачи в первую и вторую смену, летчик летает либо в первую, либо во вторую, потому два летчика на один самолет, бригада с двух эскадрилей, 24 самолета, эскадрилья 12 самолетов, то есть бригада из двух эскадрилей, значит, надо как минимум около полусотни летного состава. Потому вот бригаду одну будут сразу, причем полностью бригаду, будут готовить на этой румынской базе. Румыны и болгары, россияне очень сильно просчитались. Они надеялись на то, что эти две страны, там есть определенная часть русскоговорящих, какие-то моменты, связанные там с Советским Союзом, Варшавским договором. Это не чехи, которые помнят беду, которую принесли в свое время советские солдаты в Чехословакию. Но просчитались российские ФСБшники, так как и румынские, и чешские народы – это европейцы. В чистом виде европейцы, которые видят себя в этой демократической этой сообщности и, естественно, тут же стали с нами вместе в ряд против российской экспансии. Помогают очень сильно. Болгары помогают всем, чем могут. У них довольно-таки серьезное оборудование есть по производству военной техники. Румыны так же самое. И вот мы видим именно эту компоненту, авиационную компоненту румыны видят как основополагающую. То есть и подготовка целой бригады на своих базах, а мы действительно, у нас граница с Румынией. То есть по большому счету нам больше никто не нужен в Европе для решения каких-то вопросов логистики. То есть у нас логистика прямая с этой страной. Естественно, наша позиция по Молдове румынам очень нравится. Румынский язык в Молдове, который сейчас выдавливает российское, это прошлое из Молдовы. Мы этому однозначно помогаем. То есть вопрос решен будет и по Приднестровью. Это Молдова, Приднестровье – это Молдова. Ну а дальше это два народа, это один народ практически, Молдова и румыны, румынский язык везде, даже в той же Молдове именно румынский. Потому, а это наши соседи, там сотни километров общей границы. И я думаю, такое сотрудничество, в том числе и военное, приведет к очень хорошим результатам. Получим мы достаточное количество авиации, раз 50 летчиков, так это точно бригада, это еще одна бригада к той, которую нам, по крайней мере, сейчас идет подготовка летного состава и идет подготовка передачи тех же F-16. То есть уже можно говорить как минимум о двух бригадах, теоретически предполагать. Это около 60-80 самолетов. Это будет вполне достаточно, чтобы, допустим, в этом году начать, а в следующем году закончить военную операцию по Крыму, по Херсону, Запорожщине. То есть это как минимум. Ну а дальше уже с Донбассом там, конечно, будет сложнее.